Совсем скоро, через день, мы будем в Испании. Ты очень хорошо накрасилась. Очень хорошо. И у меня отличная одежда. Ты просто шотландец. Я просто шотландец. То есть мы собираемся, то есть пакуем валюту, там карты памяти, там икру. Вот, и всякое такое. И смотрим обзор Toyota Corolla. Да. Наши будущие машины. На русском языке что-то мы не нашли. Вот. Значит, тут у нас что есть? Билеты всяческие, да? Чемодан. Там всякие шлепки, кнопки. Еще совершенно случайно мы узнали, что 30 июля в Барселоне будет... Смех. Рэнсит. И мы на Рэнсит постараемся... Хотим попасть. Хотим попасть. Но единственное, что напрягает, это то, что... Короче, ну... Чтобы купить билет там онлайн, всяко надо кредитку и так далее. Мы, короче, только в деньги газ можем купить билет, оказавшись в Барселоне. Вот, а вдруг их не будет. Билет стоит около 50 евро. То есть, ну, в принципе, можем мы себе позволить такое. Ну, короче, хрен знает. Вот, но мы будем стараться вообще туда попасть, потому что... Чего? Потому что, а что там еще делать? Потому что марамушта. О. Я, правда, что-то заговнялся, потому что такой, а, да я уже на Рэнсит не хочу, ну что там. Потом мы придумали, что мы залезем к ним в автобус, такие, типа, for mother Russia, типа, Титиму в печень. Он же алкаш старый, бывалый, он там, о, загнется сразу, Ларсу пиздюлей дать, по спине набить ему. Вот. Молодого, ну, барабанщика запугаем, а Мэтт Фриман... Ну, с ним это, забухаем дико, он потому что похож на русского, скажем. Это вам от всех панков России хой, за то, что вы не приезжаете в Россию. Ну, боитесь, боитесь режима, а мы там живем. И заебись ее. Я считаю, что в России режим заебись ее. Классно, да, за царя. За царя, за всю хурму, как говорил один наш знакомый, да? Да, в общем, еще мы сейчас выложили видео со свадьбы, которое снимал наш фотограф, где мы поем. Получилось очень круто, поэтому go check this out, yo. Да, там как получилось, пацаны, я такой сначала говорю, бля, я на свадьбе нахуй не хочу никаких вот этих, сука, пиликальщиков, потому что, блядь, громко и нахуй, короче, не надо. Вот, а пацаны, короче, сделали... Но все равно было громко. Пацаны сделали в акустике, значит, несколько песен, вот, наши всякие старые, и сыграли там Рамонс, еще что-то, и, короче, мы не удержались, и, значит, стали, и говорю, а давайте Билли Брэга споем две песни, и вот мы вылезли и спели, вот, получилось более-менее нормально, я даже сам не ожидал, потому что такой же, да? Конечно. Вот. А большое свадебное видео, влог наш, мы выложим после того, как приедем уже, потому что сейчас его делать не представляется возможным, вот, поэтому выкладываем пока вот этот маленький one take влог, да. Чтобы вы не скучали, да, во время нашего. А может, у нас получится, если там все нормально, я разберусь с интернетом, может, мы с iPad можем снимать, короче, небольшие куски, и прям сразу же, да, если там Wi-Fi позволит. И если все, короче, у нас будет нормально с это. Короче, вот такой момент еще. Ну, там качество, конечно, с iPad видео херовенькое. Ну, все равно. Вот. Ну, то есть, небольшие прямые включения, может быть, мы сделаем, если получится. Да? Вот. Вот такая вот фигня. Еще чего мы... А, я на Волге залепил скотчем дырки в крыльях. Этим сантехническим серым таким. Получилось более-менее, кстати. Вообще Волга меня сейчас дико радует. Ну, вот, хорошая машина. А на Тойотах вот этих с автоматом на пузотерках ты на рыбалку не доедешь. Так что... Так что, значит, я буду ездить. А тебе Волга. Посмотрим. USB прикольный. Да, у нас все равно в более пиздатой комплектации. Вот так вот смотришь, на самом деле, вот роскоши, как в Волге, нет. Да ладно.
такая же примерно. Есть не роскошь, есть такой хай-тек, типа, ну что все. Хай-тек, так, такая же панель во всех этих бюджетных иномарках. Это же автомат коробка, да? Да, да, да. Вот, в бюджетных, короче, этих, типа иномарках, типа Chevrolet Avia, вот такая же примерно торпеда и как бы, ну, безликая машина-то. Если Волга, это осколок империи, вот, и как бы определенный понт есть в ней все-таки, вот, то тут как-то она, ну, так, но надежная, говорят, вот. Будем конечно надеяться. Ну и современная, то есть там есть климат-контроль, вся вот эта хрень. У нас же как, шумоизоляция, это магнитолу погромче. Климат-контроль, окно пошире, едешь побыстрее. У нас еще печка постоянно работает, там надо в этом что-то делать с какими-то шлангами, в общем. Там так сделано, что постоянно на горячую, как бы, и на полную. Вот, а управлять можно только, значит, потоками, ну, куда они идут. Вот, то есть, ну, там надо сделать. Но зато двигатель не перегревается. Вот. Тут тоже есть в этом свой плюс. Так что с Волгой мы не расстанемся. Да, Танек? Ну, не знаю, не знаю. Потому что рыбалка, рыбалка, рыбалка моя. Там по таким колдобинам, куда лазили, там Волга застрянет там, где куда другие не доедут. Вот, только после Волги что, Нива, как бы, вот вариант. Но это тоже надо по деньгам думать, смотреть. Еще нам вот подарили на свадьбу вот такие пердатые часы. Мозг мужчины. Секс, секс, обед. Пиво, футбол. Сексизм? Но народу нравится. А еще у нас Оксана свою одежду забыла. Я ей написал ВКонтакте так. Значит, чал ему написал, ну, нормально, серьезно, что забыла там. Оксана забыла, то есть все. Оксане написал, типа, ты забыла свою одежду. Что... Трусы. Трусы как раз она не забыла, да. Вот. Что, да, кто-то может подумать, что она это... Что она? В общем, пикантно, пикантно, я написал. Да, ладно. Короче, все, не скучайте, ждите включения. Хорошая юбка.